Всем привет, ребята, с вами сегодня снова не Холодик, снова с вами ДДНЛ. Но сегодня все вам конкретно объясню, и я уже спешу выкладывать данный видосик Холодику на канал, потому что выходит обновление, ты обо всем сам прекрасно в курсе. Ну и, конечно же, сейчас я тебе все поясню и все расскажу. И, как ты видишь, у нас вышла обнова, у нас новый персонаж, я уже случайно до третьего уровня прокачал. Смотри, у него и жопы, тут что-то торчит, но главное, что я тебе хотел сказать, что я пилю данный видосик вместо Холодика, потому что он до сих пор на отдыхе, и он извиняется перед вами. И, естественно, говорит, что как приедет, естественно, будет все разыгрывать, все скинчики все разыграет, все будет, пацаны, все будет очень четенько, и, конечно же, все будет очень круто, и много чего будет полезно, много будет контента и так далее, вы знаете, и именно от него. Но я как скорая помощь, так скажем, мы вместе с Арти порой записываем видосики к Ване на канал, нам несложно ему помочь. Естественно, если тебе нравится моя подача, тебе нравится смотреть иногда хотя бы, когда я появляюсь у Холдика, ты можешь пройти по ссылочке в описании на мой канал, заценить там, я там по-своему запилю обновление. Завтра утром выйдет видосик, то есть не в день обновления, а на следующий, поэтому обязательно подписывайся, зацени, я очень буду рад тебя там видеть. Ну а сегодня чем мы займемся? Мы рассмотрим обновление, и главное обновление это, конечно же, магазин. Ты сам все прекрасно видишь, что очень много чего добавили, очень много чего. Гемы дешевле, гады, блин, не стали. Шанс на Легу все тот же самый, я проверил, мне стало интересно. Голдишку, по-моему, они увеличили, наверное, немножко удешевили, то есть ее. Теперь скины можно только в магазе покупать. Пассивочки теперь вообще постоянно, походу, выпадают. Они очень дорого по гемам стоят. И вообще, очень много всего вышло, господи, я прям не могу. Не могу нарадоваться. Ну давай сначала мы с тобой прокачаем этого ТикТока, потому что очень хочется сейчас поиграть на нем прокачанным. Быстренько с тобой полистаем боксики, откроем его и, думаю, заценим скин. Не знаю, купим, наверное, на Кольта, на Бонни буду покупать. Я хочу очень сильно, чтобы мне выпал в магазине скин на Кроу, потому что мне, в принципе, Кроу чем больше, чем Ворон нравится. Но скин на Бо реально прикольный. Я тебе, конечно, сейчас его покажу. Мало ли ты не видел, мало ли ты не заценил. Там, может, у тебя аккаунт в бане, или ты вечером сидишь на ютубчике такой смотришь. Смотришь, а потом бам, у Ваньки выходит видосик, у Холдика, а тут я, оказывается. Но на самом деле мне уже не впервые, уже третий видосик сюда записываю. И на самом деле это очень прикольно, что вы поддерживаете и тоже ко мне там переходите. Это все очень круто, и что даже на канале Холдика меня поддерживаете, что ставите лайк, усики. Не забывайте на этот канал тоже подписываться. Про свой канал сказал, а про этот не сказал. Подписывайтесь, конечно же, это все вы знаете. Тут уже, блин, более 1 250 000. Вы, ну, реально красавчики. Я поражаюсь с канала Вани, с его подписчиков, с его аудитории. Ну, вы реально красавчики. У меня тоже много подписчиков, которые знают Холдика, и много подписчиков у Холдика, которые знают меня. Поэтому очень круто, вы красавчики. И передаю всем привет, кто на меня подписан, кто меня знает. Это довольно забавно и довольно круто. Мы с вами в прошлый раз залетали в тренды, поэтому давайте порвем, может быть, в этот раз тренды, тоже залетим хотя бы в 30-ку, будет очень прикольно. Ну а в тем временем мы прокачиваем этого персонажа, он выглядит как-то по-дурному, если честно, не очень красивый, но проверим, насколько он имба, не имба. Не знаю, до какого уровня прокачаем, давай сразу с тобой сейчас это проверим. Так, качаем. А, до 7-го даже не хватает, ничего себе. Если, кстати, хочешь, чтобы я тебе показал, ну как бы... 10 тика на нулевом уровне, на нуле кубков, на нулевом ранге, то это будет на моем канале, да, я там такой контент запилю. Хотя тут тоже будет прокачанный тик на, опять же, нуле кубков, я еще не играл, я сразу же пошел пилить для тебя видосик. Я такой вечером сижу, уже отдыхаю, уже почти готовился ко сну, потому что уже почти 10 часов, уже довольно поздно, завтра рано вставать. Но Supercell такие разработчики и Brawl Stars'а. Не-не-не, ДДНЛ, нет, ютубер по Brawl Stars, вы должны пилить сейчас обнову, вы должны пилить ее, потому что мы ее выпускаем как раз-таки. Фух, но ничего страшного, я, конечно же, только рад запилить для тебя видосик, поэтому сам все знаю, все кнопки снизу, и давай же уже завершим это открытие, потому что у нас совсем чуть-чуть боксов открыл, осталось. На самом деле, совсем как-то не очень сильно его прокачал, я думал, что уж совсем он будет сильным, что он будет 8-9, но нет. Но, в принципе, не расстроиваюсь, что... У нас получается почти 8-й, и он выглядит не так круто, как я представлял себе его, он скачет, аж глаза немножко рябит от того, как он скачет. Мне, кстати, 15 000 этих очков дали,
Поэтому мы с тобой, думаю, купим хотя бы на кальта скин. Ну уж на кальта-то точно не жалко. Он довольно обычный, если честно. Очень похож на Rockstar кальта. Но тут молния сзади, и в принципе он такой. Довольно обычный. Ладно, пойдем с тобой в пляжный футбол. Я очень люблю Броулбол, тут новая карта. Конечно же, нужно новые карты протестить. Нафиг нам это все или ничего столкновение, когда есть новые карты. Хотя бы разочек-то нужно на них сыграть. Поехали, конечно же. Походу все открывают боксы, прокачивают Тика и не играют. Потому что другого объяснения, что на нуле кубков мне не ищет соперников, у меня нет. Почему? Что такое? Они как-то подбор изменили? Не понял. Ну ладно, хорошо, мы можем... Кстати, картинка у Броулбола, картинка уграбления нереально крутая. Сочная, летняя, свежая, мне она прям доставляет. Ну вот напиши, как тебе? Как тебе обнова? По-любому ты затестил, по-любому ты у меня уже вот в этом видосике увидел большинство фишек. А что такое? Я что-то не понял, почему меня не закидывают? Я точно на тики иду? Может, я что-то перепутал и как-то изменили это все? Не знаю, как-то странно. Кстати, Тара, посмотри. Боже, она стала уродской, если честно. Вот если честно, она стала уродской. Мне она не нравится. В менюшке вот так вот она довольно красивая. А вот когда вот так вот нажмешь, смотришь на нее. Что у нее с ногами вообще? Ладно, ладно. Давай, Тик, блин. Что за фигня, я чуть не понял. Почему мне не ищет соперников? Алло, Суперсел. Ура, наконец-то. Наконец-то мне нашел соперников. Сейчас, блин, прикинь. Одни тики. Да-да-да, Юра. У него очень мало хп. Вай, а чё так долго? Да ладно. Офигеть, в смысле, по всей карте? Я не успеваю смотреть. У него такая дальняя атака. И чё, я на них не могу наступать. Я понял, угу. Не могу наступать. Офигеть, как долго все это летит, как все это долго летит. Ладно, мы с тобой пока что уже выигрываем. Уже неплохо, ладно, ладно, ладно. Вау, отчего я сдох вообще не заметил. Это какое-то мясо. Посмотри по всей карте эти бомбочки. Выглядят они, кстати, покрасивее, чем в Бравл Толк, если ты смотрел, конечно, или в видосиках у ютуберов. У меня, например, у Вани я снимал. Офигеть, слушай, брат. Сестренки, потому что я когда говорю пацаны, мне потом девушки пишут: блин, какие мы тебе пацаны? Не только пацаны смотрят. Ты напиши, ты пацан или все-таки ты не пацан? Только честно. Так, ладно. Оцениваем обновление. Знаешь, давай я немножко как холдик сделаю. Давай с тебя подписка на оба канала, если я вот назвал чисто твое имя. Я уверен, что многих назову, кстати, не какие-то небольшие подлаги. Давай, Сергей, Дима, Артур. Сразу такой хлоп, имена забываются, когда так начинаешь говорить. Андрюха, Саша, по-любому же кого-то из вас назвал. Саша, может быть, и девушки. Смотри, у нас какие-то лаги в игре происходят. Походу, сервера нереально напряжены, потому что другого объяснения... А, нет, вот, все нормально стало. Потому что другого объяснения, почему какие-то подлаги, почему соперников долго ищет, у меня нет. Но карта очень сексуальная, карта очень крутая, пляжная, сочная, яркая. Просто огонь. Это просто огонь, мне очень нравится. Обновление очень крутое. Я как думал, что оно будет очень мега пушечным, оно таким и является. Давай с тобой еще что-нибудь заценим. Так, 20 жетонов, это все понятно. Сейчас мы по логике с тобой бокс откроем, прокачаем этого тика, биг бокс можно. До следующего уровня не хватает, ладно, хорошо. Магазин, что у нас тут с тобой еще есть интересненького? Есть пассивочки, это все будем покупать, тестить эти новенькие пассивочки. Все это будет. Ну давай с тобой чисто купим на видосе кольта, думаю, нет смысла его тестить, ты все и сам прекрасно видишь. Бандит кольт, хотя он так выглядит, как бандит какой-то. Давай просто его заценим в менюшечке. У меня есть и стар кольт, и такой, и звездный скин. То есть можно его просто вот так вот испытать немножечко, показать тебе. У меня сегодня главная цель — показать тебе обновление. Показать, насколько оно крутое или плохое. Ну, обычный скин, обычный. То есть 500 этих жетончиков, он довольно обычный. Ничего необычного, то есть стреляют все теми же самыми пульками. Проверим ульту, да, все те же синие пульки. Я думал, может быть, они какие-нибудь цвет хотя бы поменяли, зеленые, потому что скин как будто зеленоватый такой, жилетка у него, вернее, рубашка у него такая салатовая, что ли, можно сказать. А так все то же самое, как ты видишь. Но давай с тобой протестим другой скин. Я думаю, не будем его покупать, либо уже куплю у себя на канале. Это вот такой скин, светлый бо-меха. Я говорил, что будет меха-боу. И вот он, блин, на самом деле, честно тебе признаюсь, я уже его тестил. Он очень красивый, мне очень понравился. Но Кроу, конечно, круче. Кроу, конечно, круче, но я, насколько знаю, Кроу и дороже. Он, смотри, как Оптимус Прайм идет. Реально круто, но как будто медленно очень идет по сравнению с обычным бо. Стреляет ракетами, давай тебе мины покажу. Я знаю, что очень красивые мины, смотри, как они вылупляются. Это очень красиво выглядит. То есть они тоже как ракеты самонаводящиеся летят. То есть это реально прикольно. Оцени обязательно, напиши свое мнение, буду читать комменты. Потому что очень интересно про такое почитать вдвойне.
пиши вообще, как тебе это обнова? Мне очень понравилось, она очень годная. Не знаю, что тебе еще показать, потому что глаза разбегаются. Давай с тобой еще на ком-нибудь сыграем. Можно сыграть на Карле, защитный пироид. Что это? Пока Супер Карла действует, весь наносимый урон уменьшается на 30%. Давай купим, пофигу. На видосик купим Старку. Почему бы нет, протестим ее. Мне не жалко ради тебя. Поэтому давай пойдем за Карла. Я знаю, что да, он меня немножко слит. Я могу выбрать защитный пируэт. Получается, у меня усиленный бросок. Мы выбираем защитный пируэт. Все правильно я выбрал? Да, оно выбрано. Да-да-да, все правильно, все верно. И давай все-таки сходим с тобой одну карточку в Brawl Ball, потому что очень хочется уж меня сгонять в этот самый Brawl Ball. Очень мне нравится данный режим. Я думаю, на этой карточке мы с тобой остановимся. Ну-ка, это получается, кирка у него обычно будет лететь, да. Пляжный мячик! Серьезно, пляжный мячик, Supercell, вы догадались вести пляжный мячик? Я же говорил, много будет фишек, которые мы просто, ну, не узнаем мы о них. Очень красивая карта, очень красивый новый мячик, потому что он пляжный, как сказать, водный, так скажем. Это очень круто, это очень красиво, только почему шар только двухцветный? Я думал, он, в принципе, разноцветный. То есть, сколько там у пляжного мячика цветов? Цветов 5, наверное, или 4 минимум. Ну ладно, смотри, сейчас по логике мы вот так вот делаем, и нам очень мало урона должно наносить. Бррррр. Ну, как-то незаметно, если честно. Пока что что-то мне пассивка это меньше нравится, чем его обычная. Потому что ульту ты, во-первых, фиг набьешь, а во-вторых, что-то как-то мало они, по-моему, сделали Карлу. Мне обычно его пассивка, которая первоначально больше нравится. Кстати, бандит Кольт у нас тоже уже прикупил себе скинчик. Угу. Я понял. Кстати, сколько тебе фишечек дали? Пиши, вообще, дали тебе эти фишечки? Мне вот 15300. Напиши, может быть, тебе больше дали. Я, насколько знаю, у моих многих друзей меньше. То есть, у кого-то 14 тысяч, у кого-то 12. Кому-то вообще не дали, да, то есть у кого маленькие кубки, тому вообще не дали этих очков. На Little DDNL, может быть, есть у меня, не знаю, посмотрю, если ты знаешь, что такое Little DDNL. Забиваем, не забиваем, ладно. Хорошо, у них лобби бык, поэтому зря, наверное, хейчу пока что пассивочку, но я как-то ее не ощущаю, если честно. Вот реально, я ее не вижу, хоть ты тресни, хоть ты убей. Очень много контента в игру добавили разрабы, очень много, и мне прям это очень нравится. Прям, ну, очень круто, будет что посмотреть на ютубчике, ой-ой-ой, будет что нового снять, потому что темы для видосов все равно у всех ютуберов кончаются, уж поверь на слово, и некоторые начинают снимать полную фигню. Поэтому я даже как-то день недавно пропускал на своем канале, не снимал видос, и как-то расстроился, что я пропустил целый день и не выложил ролик, потому что я не стал выкладывать какую-то фигню и бред. И как-то, знаешь, ну, реально, мало кто сейчас снимает прям очень много роликов, а вот сейчас обнова вышла, и все такие, опа-опа, пацаны, и как раз есть что снимать. Вани, к сожалению, нет, но, блин, он тоже хочет снимать все эти обновы, но он уехал как раз не вовремя, когда разрабы такие, Ваня, Холдик, привет тебе, привет тебе прямо с твоего отдыха. Потому что вышла обнова, и на самом деле забавно, что так совпало. Дайте мяч, дайте мяч, дайте мяч, я хочу забить, я не успею, не успею забить, ладно. Ну, слушай, обнова очень годная, очень крутая, очень сочная, очень летняя. И много чего изменилось, много чего поменялось, много чего добавили и добавили за раз. Я жду появления в магазине Роба Спайка, очень хочу Роба Спайка. Конечно же, подписывайся на меня, подписывайся на этот канал, ставь лайк. Конечно же, удачи тебе и пока, братишка. Спасибо тебе огромное за просмотр. До встречи в следующих видосах, возможно, на этом канале или на моем. Пока.